Определились полуфиналисты Лиги Чемпионов. Определились 4 команды, которые сыграют в полуфинале Лиги Чемпионов. Об этом сообщает корреспондент Лента.ру. Мадридский Реал проиграл туринскому Ювентусу со счетом 1-3. В итальянской команде голами отметились нападающий Марио Мандзюкич, 2-я, 37-я минута, и полузащитник Блес Матюиди, 60-я минута. На 95-й краткой минуте добавленного времени в ворота Ювентуса был назначен спорный пенальти, который реализовал Криштиану Роналду. Форвард вывел команду в полуфинал турнира, так как первый матч завершился со счетом 3-0 в пользу Реала. В параллельной встрече мюнхенская Бавария сыграла в ничью с испанской Севильей со счетом 0-0. Первый матч между командами завершился победой немецкого клуба со счетом 2-1. 11 апреля итальянская Рома и английский Ливерпуль также стали полуфиналистами турнира. Римский клуб разгромил Барселону со счетом 3-0, Ливерпуль обыграл Манчестер Сити 2-1. Жеребьевка 1-2 финала турнира состоится в пятницу, 13 апреля, в штаб-квартире УЕФА в Нёне. Финал Лиги Чемпионов пройдет на стадионе Олимпийский в Киеве. Перейти в мою ленту новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.